Это вторая часть нашего видео. Вот я хочу вам представить белорусского сепаратиста, который приехал сюда под смертной казнью. Да. Батька, по объявлению понабираю тут. Подожди, у тебя два ремня, тебе столько не надо. Но... Нет, это у меня поджопник, братан. А, вот, да, художник тоже. Вот это местный сепаратист. Да. Вот. Сейчас мы идем на свой берег, там, где мы живем. Да. А. Не, братан, у меня две, братан. Я тебе вчера две отжал, две раздал. У него само две гранаты. Ну, просят, не надо. Урал затарился. Вечером он идет на войнушку. Вот. Сюда вот недавно, да, только что-то прилетело, как мы видим. Какой-то, да, какой-то снаряд. Он с утра увидел, упал снаряд. Да, танк. Да, сейчас мы это все... Танк ебать. Это мы сейчас все покажем. Люди здесь уже давно не живут. И собаки тоже. И собаки тоже. Одна осталась у нас, да. Приоритет живет у нас. Это место вообще укропа называется скотобаза, потому что сюда заселились мы. Собака начала гавкать, да, сегодняшнего дня. Да, это, до этого не гавкала. Вот. Сюда тоже, как мы видим, прилетало много чего ужасного.